Привет, на связи Вебиум, меня зовут Тася Фламель, и я преподаю химию уже 10-й год. За это время я помогла сотням ребят полюбить ее так же, как и я. А еще я знаю, как сделать так, чтобы каждый ученик понял химию и сдал ЕГЭ на максимальный балл. Ставь лайк, подписывайся на канал, а мы начинаем. Сегодня мы разберемся в очень интересной теме – мифы в химии. Во что до сих пор верят люди? Почему йод не коричневый? Умрешь ли ты, если выпьешь дистиллированную воду? И действительно ли таблица Менделеева приснилась ему во сне? Чтобы разобраться в этих вопросах, досмотри этот ролик до конца. А чтобы научиться самостоятельно отличать правду от вымысла, проходи по ссылке в описании и записывайся на мой курс подготовки к ЕГЭ по химии. А мы продолжаем. Начнем наш топ мифов серной кислоты. Говорят, она мгновенно разъедает кожу до костей. С кислотами, конечно, нужно работать аккуратно и обязательно в перчатках и очках. Но если вы прольете кислоту себе на руку, быстро смоете и обработаете раствором соды, отделаетесь раздражением и, возможно, покраснением. И вообще, серная кислота далеко не самое опасное для кожи вещество в лаборатории. Самый дорогой металл – платина. Из металлов, которые используются в ювелирном деле, возможно. Но вообще самый дорогой металл – это калифорний. Его не существует в природе, а получают его всего на двух атомных реакторах, один из которых, кстати, находится в России, в Димитровграде. Если верить информации в интернете, то 1 грамм калифорния стоит около 250 миллионов долларов. И кажется, это гораздо дороже платины. Ртуть – единственный жидкий металл при комнатной температуре. Жидкую ртуть видели все, и, наверное, отсюда растут ноги у мифа. Но при температуре не выше 30 градусов жидкими могут быть также галлий, цезий и франций. Вряд ли вам удастся увидеть их вживую, но забывать про них не стоит. Ну и раз уж зашла речь о ртути, то ядовиты только ее пары и растворимые соединения. Так что трогать ее можно с минимальными последствиями для здоровья, однако мы, конечно, не рекомендуем так делать. Какого цвета йод? Если твой ответ коричневый, то этот миф специален для тебя. На самом деле йод представляет собой кристаллы металлического цвета, а его пары – фиолетовые. Йод плохо растворяется в воде и чуть лучше в спирте. Для повышения растворимости йода к спирту добавляют иодид калия, и в итоге образуется соединение с формулой калий-йод-3, которое и окрашивает раствор в коричневый цвет. Слышали, что жидкость для снятия лака без ацетона безопасна для ногтей? На самом деле в любой такой жидкости используется растворитель – ацетон, метилэтилкетон или этилацетат. Все они удаляют не только лак, но и жировой слой на поверхности кожи и ногтя, а также высушивают их. Но переживать не стоит, концентрация растворителей в таких жидкостях обычно невелика и наносит минимальный вред. С ацетоном или без эффект будет одинаковый. В яблоках содержится много железа, и именно железо окисляется и придает срезу коричневый цвет. Ну, во-первых, окисление железа до ржавчины происходит достаточно медленно. Во-вторых, окисляется металлическое железо, а в яблоках его нет, там только катионы железа 3, которым некуда окисляться. В-третьих, содержание железа в яблоках очень мало, поэтому заметить продукты реакции мы не сможем, их слишком мало. На самом деле механизм потемнения чуть сложнее. В яблоке есть сложные органические соединения – полифенолы, которые при контакте с кислородом воздуха окисляются специальными ферментами до хинонов. Хиноны, в свою очередь, окисляют много других соединений, а продуктами являются как раз вещества оранжево-коричневого цвета. Периодическая система приснилась Менделееву. Хочется встать на защиту Дмитрия Ивановича и химиков, которые работали до него и параллельно с ним. Вопрос систематизации химических элементов поднимался еще до Менделеева, и различные варианты закона и таблиц предлагались и использовались до него. Периодическая система и периодический закон – результат долгой работы многих ученых, и обесценивать ее и называть чудом из сна, на мой взгляд, немного неуважительно. Если выпить дистиллированную воду, можно умереть. Дистиллированная вода – это почти полностью очищенная от примеси вода, то есть просто H2O. Пить ее можно, но не нужно, особенно регулярно. Вода, которую мы употребляем в быту, содержит катионы кальция, магния и другие нужные нашему организму элементы. В дистилляте этих ионов нет, поэтому при употреблении такой воды могут появиться проблемы, связанные с недостатком полезных элементов в организме. Но происходит это не мгновенно, так что один глоточек точно сделать можно. Надеюсь, что я смогла тебе объяснить, почему эти высказывания являются мифами. Теперь, когда ты услышишь, как кто-то выдает их за real facts, ты сможешь объяснить, почему он не прав. С вами была Тася Фламель, очень жду тебя на моих вебинарах. До новых встреч!